Студенты Ненецкого профессионального училища успешно прошли промежуточную аттестацию по дисциплине «Кухня народов Севера». Во время демонстрационного экзамена третьекурсники показали свои навыки и умение готовить национальные блюда. Александра Литкова продолжит. Северный суп, строганина, чай с луком и маслом. Эти и другие блюда народов Крайнего Севера студенты Ненецкого профессионального училища готовили специально для промежуточной аттестации. Валерий Давыдов признается, хоть изначально хотел получить другую профессию, о своем выборе стать поваром не жалеет. Я пишу музыку, занимаюсь музыкой, звукорежиссурой. И как-то я думал, не смог поступить, то есть в Архангельск, музыкальное учреждение. И получается так, что думаю, почему бы мне не пойти на повара, ведь это то же самое, как бы это тоже свое искусство. Ну, я приготовил сегодня котлеты из оленины, получается, гарниром с картофелем. Ну, и как бы давалось довольно-таки так трудовато, потому что я пропустил неделю из-за болезни. Вот. Можно сказать, за пару дней всего лишь я приготовился. Карина Карташова решила удивить жюри северным супом. Девушка считает, что хороший повар должен обладать не только мастерством, но и фантазией. Это национальное распространенное блюдо в нашем округе. Готовится из трех видов рыбы. Особенностью является манная крупа в супе. При подаче ложится лук без цеповой обработки. Приготовленные блюда пробует комиссия из четырех человек, в числе которых методист отдела Ненецкой культуры Людмила Литкова и заведующая отделом коми-культуры этнокультурного центра Ольга Кацубанская. По вкусовым качествам у нас было по жарпому, были у нас некоторые разногласия и еще по некоторым блюдам. И мы, конечно, ребятам, когда уже ребята пришли, мы им проставили оценки. И сказали, какие-то у нас есть замечания, чтобы наперед ребята уже могли как бы исправить это. Небольшие недочеты пока еще неопытные повара приняли к сведению. Добавлю, демонстрационные экзамены для студентов третьего курса проходят в училище ежегодно. Перечень работ разрабатывается заранее. В состав мы включаем много видов работ, которые можно использовать для сдачи этого экзамена. Это кухня комизариан, это северная кухня, какая-то другая национальная кухня. Мы работаем с землячествами, диаспорами и очень часто отрабатываем какие-то элементы из какой-то видов кухни. По итогам экзамена оценку «отлично» в этот день получили все студенты. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».